Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 67, упражнение номер 7. Коля, Дима и Саша собрали вместе 30 грибов. Дима нашел в 2 раза больше грибов, чем Коля, а Коля в 3 раза меньше, чем Саша. Сколько грибов нашел каждый из них? Пусть Коля нашел x грибов. Тогда Саша нашел в 3 умножено на x грибов, а Дима 2 умножено на x грибов. X плюс 2 умножено на x плюс 3 умножено на x равно 30. Всего у нас получается 6 умножено на x равно 30. Из этого следует, чтобы узнать x, нужно 30 разделить на 6, и x будет равен 5. X равен 5 грибов. 5 грибов нашел Коля. 2 умножено на x, то есть 2 умножено на 5, 10 грибов нашел Дима. И 3 умножить на x, это 3 умножить на 5, 15 грибов нашел Саша. Из этого следует, что 5 грибов нашел Коля, 10 грибов нашел Дима и 15 грибов нашел Саша. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.